Ну вот, мои дорогие, мы находимся в городе Волжском. Это река Ахтуба. Озеро Круглое. Сейчас раннее утро. Народ еще спит. Там вдали располагается благословенный город Волгоград. Он тянется по горизонту. Там видно некоторые детали. Может быть. Ну, примерно вот до того момента длится Волгоград. Огромный город. А Волжский — это спутник, который находится на другом берегу Волги. И их еще разделяет второй отросток Волги, который называется Ахтуба. Собственно, это маленькая река. Она начинается от Волжской ГЭС и образует с Волгой междуречье такое, которое является национальным парком. И там огромное количество эндемичных видов растений и животных. Там лотосы, скарабеи, все такое. Здесь просто обычный окраинный дачный поселок. Здесь всего лишь на один день. И ну, тут прекрасная обстановка. Маленький дом на отшибе. Десятиэтажка. За небольшой прайс. Однокомнатная квартира.